что сегодня не так с Германией? Почему все люди в карнавальных костюмах? Что происходит? А происходит сегодня то, что в Германии началась жаркая пора карнавалов. И мы сейчас тоже будем участвовать в карнавале. Вот так вот. У нас Онецан, а я индеец, и мы уже слышим, что приближаются карнавал все ближе и ближе. Сейчас будет очень-очень шумно, музыка, дикие звуки, дым и всякие спецэффекты. Поэтому я думаю, я вам поснимаю все самое интересное и покажу такими отрывочками, потому что будет очень-очень шумно. Или же уменьшу звук, не знаю. Посмотрим. Но сейчас начинается все самое интересное. Карнавал. Карнавала не было в Германии 3 года. 3 года мы не были на карнавале. И наконец-то. Наконец-то мы здесь. Ну что ж, показываю вам самое интересное на карнавале. Доктор вышел с туалета. А я хочу ближе показать костюм голого. Ты сдалека так вообще конкретно, как голый. Народ классно подготовился. Костюмы классные. Мы поскромнее вырядились. Weißt du, wie geht das, Papa? Ja. Ein Mensch ist Gründer. Ja. Ein Mensch ist ein Gründer. Genau. Ein Mensch ist ein Gründer. Ну что ж, карнавал открыт. Thank you.
Бонни тут хотела показать, сколько у нас сладостей. Нам дали даже жилет. Жилет. Бонни, куда ты заперся на конфеты? Ой. В этом году почему-то много Ментос. И вкусненький такой. Да. Мило дали рыбку, очки и вот такие вот резиновые мячики. Ну, пробуй. И записной блокнотик. Будем писать что-нибудь. Еще какие-то штуки. Да, Бонни, конфеты. Много-много конфет. Конфеты любит Бонька. А эта игрушка похожа на баклажан. Баклажан? Абаджин. Баклажан. Бонни, будешь играться игрушкой? Будешь, Бонечка? Боньке игрушка. Или маме в машину. Ты повешу себя в машину. Она большая для машины. Бонни, будешь играться ты. Бонни, тебя алкоголь заинтересовал, да? Вкусненько было.